Шел январь 1995 года. Мы с моей коллегой преспокойно учились в 5 классе, а в это время в Новосибирске стараниями легендарного маэстро Арнольда Каца был создан ансамбль солистов «Новосибирская камерата». И вот 27 января 20-летие отмечает этот коллектив. Сегодня у нас в гостях по этому поводу концертмейстер ансамбля солистов «Новосибирская камерата» Елена Климочкина. Доброе утро. Да, 20 лет. Мы сами удивляемся. Вот те, кто с тех пор еще работает, мы... Не верим до сих пор, что 20 лет. Хотя с точки зрения, так сказать, жизненной каких-то жизненного пути это совсем мало, но с точки зрения развития творческого коллектива достаточно долго уже. Внушительный срок. Да. И поэтому, конечно, Арнольд Михайлович, спасибо ему огромное. Мы не устаем говорить ему спасибо, потому что это очень здорово, что ему тогда пришла мысль в голову. Это настолько потрясающая возможность самореализации своих творческих каких-то возможностей, амбиций, прямо скажем. Потому что музыканты, актеры без амбиций, я считаю, что не бывает такого. И чем дальше, тем интересней, как оказывается. Когда мы только начинали, все это совсем было не так. Я помню, 10 лет, что ли, было нам, когда Арнольд Михайлович сидел на концерте, и после концерта он сказал: «Ну вот, наконец-то вас можно показывать людям». А вот касательно солировать, вы сказали, что амбиции, прозвучало слово, и получается, что это довольно рискованная идея была — собрать именно солистов, людей, которые привыкли быть первыми, а здесь они, получается, то есть одни из, и, то есть это такой котел амбиций. Да, вот в том-то и дело, что вот ансамбль, да. Вот это вот ключевое, ансамбль солистов, солистов, то есть не просто солист выходит, да, играет, а это ансамбль солистов. Вот почему у нас концерт называется «Парад солистов», потому что каждый выступает и солистом, и аккомпанирует другому человеку, который выходит. То есть ты выступил в качестве солиста, встаешь в ансамбль и аккомпанируешь следующему солисту. То есть это вот подчинение своих амбиций тому человеку, который сейчас на авансцене. Вот в этом и заключается, собственно, оттачивание ансамблевого мастерства. Курсирующая энергия между всеми, конечно, да. Это сильно. Вы сказали уже о концерте, о параде солистов. Это концерт, которым вы будете отмечать 20-летие. И мы знаем, что там будут принимать участие все солисты, в том числе и будет участвовать в этом концерте Фабио Мастранджело. Вот как это все будет? Как интересно, будет солировать Фабио Мастранджело? Завесу тайны. Ой, да вот приоткрывать не очень хочется. Спойлеры. Да, потому что, в общем-то, конечно, это как вот, допустим, мужчина делает подарок своей любимой женщине. Он же никогда не расскажет, что он планирует. Если он ее любит, он захочет сделать ей праздник, чтобы он запомнился. Поэтому, конечно, не хотелось бы открывать. Но сюрпризы будут обязательно, потому что день рождения, тем более, в общем, 20 лет уже такой приятный юношеский возраст. Мы все, несмотря на то, что кто-то сначала основания коллектива, кто-то молодой, но все очень заряжены положительной энергетикой, поэтому волнуемся, в общем, как обычно, собственно, как каждый. Я думаю, что вы тоже волнуетесь каждый раз, когда выходите. Да, всякий раз. Но все-таки один спойлер мы себе позволим. Мы знаем, что будет устроена фотосессия, где любимые слушатели могут сфотографироваться с любимыми музыкантами, правильно? Да, это тоже такой, в общем, шаг. Все равно музыканты достаточно скромный народ. Актеры, если сравнивать, допустим, эти публичные профессии, актеры, они все-таки немножечко другой ракурс. А музыканты, мы привыкли только на сцене себя ощущать, и так как наедине с музыкой, то, что слушатели, да, мы для них это делаем, естественно. Это глупо было бы говорить, что это мы для себя делаем. Вот. А вот выйти и так вот, чтобы слушатели с нами сфотографировались, конечно, это тоже, это очень приятно. Но
тоже я вот не представляю, честно сказать. Как-то так странно, да? Пошли народ. Ну, не можем мы еще о планах не задать вопрос. Конечно, дело неблагодарное строить планы, но тем не менее, что-то может быть уже из запланированного. Планы обязательно должны быть. Это развитие. Жизнь без него никуда, да. Если бы не было планов, то мы бы до 20 лет тоже не дотянули. Поэтому обязательно планы есть, и они очень, как всегда, направлены на то, чтобы слушателям было интересно, это естественно. И причем слушателям разных поколений. Угу. Потому что вот замечаешь, и когда в зале родители приходят с ребятишками, и потом выясняется, что ребятишкам тоже было интересно. Хотя, ну, маленькие дети, ведь это же сложно ведь так вот найти аудиторию. Конечно. Но когда они приходят с родителями, и после концерта они понимают, что они еще раз придут, то вот, мне кажется, это еще Арнольд Михайлович, он в свое время, он всегда считал своим долгом привлечение любых возрастов слушателей. Елена, спасибо за то, что пришли к нам в студию. Спасибо Мы большое. Поздравляем вас лично и весь коллектив с праздником, спасибо. С юбилеем. Желаем вам удачного юбилейного концерта. Спасибо. Ну, и хорошего дня сегодня. Я напомню, в гостях у нас была концертмейстер ансамбля солистов «Новосибирская камерата» Елена Климочкина. Продолжаем программу.